В этом ауле ткут ковры, радующие глаз, в другом делают платки и меховые шапки. Одни аулы гордятся учеными, вторые – знатоками арабского языка, третьи – канатоходцами, четвертые – танцорами и музыкантами. Каждый аул – это маленький мир со своим прошлым, настоящим и будущим. Дагестан – это страна гор, имеющая свою многовековую историю, где издавна чтут обычаи и традиции предков. На территории республики на сегодняшний день проживает около 14 народностей, каждый из которых говорит на своем языке. В рамках прошедшего Международного дня родных языков в средней школе номер 5 прошло открытое мероприятие, посвященное этому событию. Родной язык – основа всех начал. В первые годы жизни человек познает окружающий мир через звуки и напевы родной речи. Участниками празднества были подготовлены различные сценические и танцевальные номера, олицетворяющие культуру каждого народа. В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены глава города Зайнуддин Акмазов, ветеран Великой Отечественной войны Александр Макуха, председатель Совета ветеранов Нажмудин Залимханов, председатель Совета ветеранов МВД Забудин Амаров. Как отметили организаторы мероприятия, каждый представитель нынешнего поколения должен знать родной язык, самобытность своего народа. Как первый жизни шаг, из первого второму не бывает. Родной язык на всех земных путях. Ой, как любящая мать, реки начало, маленький родник, начало радости, родной язык. В завершении основной части мероприятия перед присутствующими выступил глава города Зайнуддин Акмазов, в своей речи отметив важность изучения родных языков в общеобразовательных учреждениях. На каждом языке есть очень хорошие литературные произведения. Не зная родных языков, вы это не сможете прочитать. А вот в переводе с наших дагестанских языков не очень хорошо получается. Поэтому еще раз прошу, еще раз убедительно рекомендую вам изучать. Далее с напутственным словом в адрес подрастающего поколения выступил ветеран Великой Отечественной войны Александр Макуха. В годы войны за свою отчизну сражалось много мужественных дагестанцев, которые говорили на разных языках, но объединяло их чувство преданности и любви к своей стране. Помните, дети мои, или вернее внуки мои, что ваши отцы, ваши деды всегда были патриотами нашей великой России. И мне очень хочется, чтобы вы были похожи на них. А в чем заключается этот патриотизм? А патриотизм – это значит любить свою родину. Во все времена великие поэты и писатели воспевали любовь к родному языку, своему народу. Именно через родную речь каждый человек познает историю предков, фольклор, передающийся из поколения в поколение. Изучение родных языков в школах – очень важная стадия образовательного процесса для подрастающего поколения, прививающая патриотизм и духовно-нравственные ценности, отметили организаторы. Вика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».